Стоп! Ну что вы сегодня, мало каши ели? Еще раз звуки любимые. Звуки любимые. Ну ладно, закончили на сегодня. Откройте там окна. Ира, ты теперь будешь петь соло. Татьяна покидает нас ради берегов Амура. Вы знаете, Борис Ильич, единственное, о чем я буду жалеть, когда уеду, это наш музыкальный кружок. Верю, верю. Только это скоро забудется. У меня, Борис Ильич, не получится, как у Тани. Ну что ж теперь делать? Что же я буду петь вместо нее? Попробуем, увидим.